Давайте сейчас, что ли? Пожалуйста, пожалуйста, давай. Да почему, ёпта? Какого хрена? Чё за фигня, я не понимаю, ёпта твою. Да ёп... Ну слушайте, друзья, ну чё за фигня, а? Ну подумайте сами, ну как? Какого хрена это происходит вообще? Не, ну смотрите. Это мы сбрасываем, так? Правильно? Почему они начинают жрать меня, если этот... Чё им не нравится-то? Может быть, с тем тоже что-то надо подумать, а? Так. Пробуем. Мочить этого еще разочек. Давайте-ка, чтобы поточнее. Наверняка. Давай, иди, высовывайся. Отлично. Все. Так, и... Давайте пистолет снимем. У нас есть шанс. Уж больно тормозной наш персонаж. Так, ну что, давайте смотреть. Где рыба? Где эта тварюга? Давай, бамс. Хорошо, что нам еще дает время, то что она там ловит его. Фу, так, ну мы должны пройти по любасу. Пройти-то это да, я имею в виду только вот именно вот в этот раунд. Значит, сейчас мы подождем, пока это пройдет. Заново начнется. Давайте пальнем в него. И. Бляхмуха. Я не знаю, почему он не прыгает на данную. Вот. Да ёк. Что ж ты неустойчивый такой? На вот эту вот. Наверное, надо разбежаться. Давайте вот так. Сейчас он бахнет. Давайте вот. Офигеть! А почему он на ту не прыгал? Так про... Ну проще простого. Ну блин, ну почему же он... Они меня обманули, а почему они... Почему они на ту... На правую доску не прыгал? Вот это меня бесило больше всего. Офигеть! И все так просто. Ну все... Все сложное просто. Да, там же зомбари. Чё так трясёт-то, ёп твою? Офигеть! А кто еще там? А, вот. Так, чувачок, давай-ка мы тебе башку засадим и... Упа-упа-па! Так, ну-ка давай патроны, отлично. Да ладно, больше нет, что ли, ничего? Ну, вот. Эх. Ну ладно, бывает. Я про рыбу. Подумаешь. Бывают такие моменты, что просираем. Чё ты творишь-то? Ты чё, шутишь, что ли? Ты мне еще учить будешь, как действовать? Вот так надо. Бам. Раз. Только что-то он не горит. Ладно, тогда берем наш пистолетик и... Бамс. Вот теперь все. Так, а с него нам ничего не упало, да? Слушай, у тебя нет патрон Кидмана, а? Это что-то как-то самое... Маловато у меня.
Щупный пистолет мне ну никак не хотят давать. А вот, от спички. Там вроде ничего нет, да? А, там этот. Ну, на это у меня есть особое оружие. Да, это оно. А, блин, нет, нет! А! Ну ладно. Спичку потратил зря. Бывает. Сотню дали. Сотенку дали. Ну вот спичка моя потраченная. Нормально, нам дают на прокачивание очень много. You were at the church? Yeah, Joseph and I. He's in bad shape, or at least he was when I last saw him. What about the boy from the hospital, Leslie? I found him in a cage. He freaked and ran though. Не придуривайся, что ты не знаешь, я тебя видел с ним. А, ну может быть она с ним была, но не спросила, как зовут. Хотя он странный, ответит, наверное, не знает. Так, а вот я не заглянул, что тут у нас. Статуэток нет. То любят они запрятать какие-нибудь верха. Так, вот тут у нас что-то есть, нет. Это не фрагмент случайно, нет, какая-то бумага, газета или не знаю, что это. Так, опять. Какую-то нам дают жидкость и больше ничего. Никаких патрончиков они нам не хотят давать. Так, ну здесь вроде тоже ничего. Так. I think we've all been seeing strange things. Have you been having any nosebleeds, headaches? No. Why? Joseph was. It's like he was turning into one of those things. Maybe it doesn't affect everybody. Вот у меня один вариант. Либо мы плохо используем, плохо, точнее, неграмотно тратим патроны, либо нам реально не дают их пока что. Потому что очень мало у нас, что касается особенно пистолетика. А вот банок нам до хрена дают. Просто прокачивайся на этих банках, если... Заскриптовано что-то будет. Ну да, логично. What is this? Did you shoot me? You started turning into a monster. You attacked me. I'm sorry, but you're tainted now. You might try to stop me through you. Wait, what are you talking about? Да, о чем ты? Скажи поподробнее, не понимаю твой язык. Так, у нас ничего нету. Ну, только сюда, если. А, у нас... Че за... Get it open. Leslie, is that you? Leslie, that's good. Just a little more.
What is it? Ruvik? Help, 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 help! Hey! Да, что-то он странный. Какой-то бред несет, потому что... Ну... Ну фига он. Короче, вы поняли. Это значит, что нам нельзя стрелять? Или что? Ну, я думаю, мы узнаем.